Детский спектакль, который понравится и взрослым. В стенах ДК «Родина» готовят сказку на всякий случай. Спектакль, который одержал победу на международном большом детском фестивале. По словам режиссера Николая Скорика, спектакль будет интерактивным и позволит зрителям поучаствовать в постановке. Чтобы те, кто пришел зрителям, в конце концов оказались не зрителем. Они оказались внутри театра, узнали тайны театра, узнали, что заниматься театром – это интересно и открывает и в тебе многое, и в том, что тебя окружает. Артистов творческого объединения пригласили в рамках проекта «Химки. Интересно жить». Дворец культуры «Родина» для своих маленьких зрителей готовит театрально-образовательный программ «Театр. Дело веселое». К этому проекту мы подключили замечательную труппу театра Николая Скорика. Маленькие зрители увидят интересный спектакль, после которого они смогут попробовать грим, сценическое движение и многое все то, что может их заинтересовать. Премьера спектакля состоится 13 марта.